Уважаемые клиенты, хочу вам показать, что такое дом во Флориде за 500 тысяч долларов. Вот такой дом, очень аккуратно сделан. Видите, с хорошей финиши. Я вам сейчас сделаю небольшой обзор изнутри. И это обычный, хороший, достаточно благополучный район Флориды. То есть там, где здесь живет в основном рабочий класс. Вот так вот, видите, да? Вот это Норфпорт. Вот стоимость такого дома в районе 500 тысяч. Поэтому, а сейчас идем вовнутрь, я вам полностью расскажу, что внутри как есть. Потому что, ну, дом заслуживает внимания, что сделано хотя бы за эти деньги качественно. Итак, мы внутри. Здесь высокие потолки в районе 14 фит. Вот так вот сделан living room, dining area. Вот. Вентилятор. Идем дальше. Так, что у нас здесь? Это у нас идет место для стиральной машинки. Здесь гараж на две машины. Water heater. Так, здесь у нас это мастер bedroom с двумя клазетами. Вот так вот выглядит. Здесь, кстати, можно сделать бассейн. Вырыть или сделать себе какой-то summer kitchen, то есть все. Лад где-то 10 тысяч сквер-фит, но это обычно стандартные лады здесь. Вот, что у нас здесь еще. Значит, здесь идет санузел мастер-бедрума, идет душ. Я таки сделаю вам такой осмотр в турборежиме, потому что если кто-то захочет посмотреть вживую или получить фотографии, пишите, собственно, вам все это покажу. Так, термостат. Электротовары, скорее всего, Samsung, точно. Samsung, что у нас здесь? Тоже Samsung, дишвошер. Все очень аккуратно сделано, дай должное. То есть нет никаких таких заметных косяков. Я смотрю на финиши, что все достаточно ровно положено. Сделано в таком стиле, черно-белый. Так, это еще одна спальня. Дом 3-2. Я напишу в описании размер дома, цена, все, я укажу, чтобы все это было написано. Вот. Вот такой дом стоит в районе 500 тысяч. То есть точную цену я вам сейчас напишу уже на видео. Поэтому, если кого-то это заинтересовал дом, очень комфортное место для жизни, для семьи. Поэтому, если кому-то интересно, обращайтесь.